Здорово всем, ребятки, Кента пока на проводе, и прямо сегодня покажу самый необычный, самый загадочный и самый мистический клан Stand of 2. То, что вы видите дальше, вы будете просто в шоке, я вам это гарантирую. Поэтому, дружище, прямо сейчас ставь лайк, подписывайся на мой канал, присаживайся поудобнее и приятного тебе просмотра. MyStandOff.ru – это топовые скины, моментальные выводы, крутые бонусы. Ссылка и промокод в описании. MyStandOff.ru. Для начала хотел бы вам рассказать небольшую предысторию. Клан 2D, вы все его прекрасно помните, после моего видеоролика он просто взял и распался, потому что всем начали писать в личные сообщения. Так вот, вот этому клану я разрешаю писать вам в личку. Можете писать все, что вы захотите. Знаете, почему я разрешаю? Вы сейчас поймете. Вы просто посмотрите на вот это. Это по-вашему адекватно? Это по-вашему адекватно? Смотрите. Кент АПК гей. Первое. Дальше. Кент АПК гей. Второе. И Кент АПК третий гей. Кто гей? Ты на кого батон крошишь? Почему же я решил вам показать этот клан? Потому что тут, ребята, в этом клане только самые топовые ID. Ну что ж, давайте вначале посмотрим на владельца этого клана. Это парень под ником Кент АПК гей. Какой-то неадекват, не знаю, отбитый. Не знаю, походу случайно упал с 5-го этажа головой вниз. Ну ладно, смотрим. ID 5000, ну... По красоте. КД 3.0. Слушайте, вот такой бы аккаунт я бы купил бы. Смотрите. Во-первых, нету ранга. Это хорошо. Значит, я могу откалиброваться сам, на кого я хочу. Во-вторых, КД 3.0. Это высокое, нормальное КД. В-третьих, онлайн маленький. В-четвертых, ID офигенные. Но вот правда, аватарка... еще на аватарке я. Я просто не заметил. Смотрите, на аватарке мое лицо. Ну что же, давайте смотреть дальше. Дальше empty, что в переводе означает пустой. Наверное, пустая голова имеется в виду. Наверное, он имеет в виду, что у владельца клана пустая голова, потому что ник сделал Кента пока гей. Смотрим дальше. Silver 3. Ой, братан, такой бы аккаунт я не купил бы. Silver 3, не-не-не, мне не надо. ID 600006. Ну, кстати, ID, на удивление, очень даже красиво. Мне реально нравится, поэтому Кент АПК одобряет. КД 0.86, ну, так себе. Можно и получше. КД в общей статистике 1.46. О, вот это нормально, вот это я понимаю. Также, смотрите, процент без голу 50%. Ну, нифига себе. Дальше смотрим. Какой-то капитошка. Блин, братан, ну, честно говоря, почти резки. Ну, ID, ну, не прям самый блатной. Обычный ID, то есть такой ID, ну, стоит, ну, косарь рашки, то есть я бы его не добавлял бы в этот клан. Дальше смотрим, Gold 4. Gold 4, это уже нормально, это уже хотя бы что-то. КД 1.46, ну, нифига себе задрот. Процент убийств голу 58%, ну, это прям, как будто он какой-то киберспортсмен. В общей статистике 2.42, ну, ничего себе он задрот. Любимое оружие АКР, АВМ и Эмочка, ну, все по дефолту. Следующий у нас в списке парень с ID 4 и все девятки. Чемпион. О, кстати, ну слушайте, вот такой ID, я уверен, бы с руками и ногами забрали. КД 7.0 в соревновательном режиме, это читы. Ну, не может быть. А, читер. Или буст, или читы. Ну, посмотрите, камон, да-да, это бущенный аккаунт, понятно. Я даже смотреть не хочу, фу. Бущенный аккаунт, реально, буст только для нубов. Это ID, которым я мечтал. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Блин, продайте мне его. Я мечтал этому ID. Обалдеть, не встать. Блин. Ну, правда, не Кента пока гей. И моя аватарка обратно. Ну, у вас совесть есть или нет? Че у вас за аватарки такие и ники странные? Это еще мягко говоря. Дальше обратно. Кента пока гей. Обратно Кента пока гей. ID 1.0005. Обратно новый, созданный, пустой аккаунт. Вот у меня такое ощущение, что это разработчики решили меня проруфить и создают такие аккаунты. Как такие блатные аккаунты с такими крутыми ID? И почему у них моя аватарка и имя Кента пока гей? Почему именно я, куча других ютуберов, миллиарды? Почему именно я не понимаю. И у нас остается 3 аккаунта. Обратно капитошка, тот же самый капитошка. Смотрим ID. 1.0000053. КД 2.59. Ну, аккаунт чисто для продажи. Смотрите, чисто аккаунт для продажи. Время в игре 7-5 часов. У меня такое ощущение, что вот эти все аккаунты кому-то разработчики продали. Я не уверен, но у меня такое ощущение. И этот чувак решил кента пророфлить и сделал такие ники. Ну, очень-очень странно. Так, дальше у нас идет 6.1.9. О, кстати, вот такой ID, в принципе, я тоже бы купил. Опять посмотрите, время в игре 18 часов. Ну, как? Такое возможно. Я не верю. Я просто не понимаю, как такое возможно и как такое вообще произошло. Почему все аккаунты в этом клане новые? То есть, чуваки, которые не играли в Stand of 2 года, решили заново начать играть в Stand of,
вступили в клан и сделали ник Кента пока гей? Камон! И у нас остается последний аккаунт. ID 666 и семерочка. Ник просто цифра 6. Давайте посмотрим. Гол 4. О, так нормалды. Время в игре 20 часов. Опять новый созданный аккаунт. Ребята, это какой-то заговор. Я не понимаю, как такое возможно, что все аккаунты, которые раньше были неактивны, они резко стали активны. Ну не может такого быть. У меня такое ощущение, что тут есть рука разработчиков. Я не уверен, но как вы думаете, как такое возможно, что все новые аккаунты с новыми ID оказались в этом клане? Почтенные, как вы думаете? Напишите прямо сейчас в комментариях. Ну что ж, дорогие друзья, в принципе на этом все. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. С вами был ваш Кент Аптека, всем удачи, всем пока!